2009 год, Lexus LS 460. С такими вот передними повреждениями. Битые оба крыла, битые две фары, битые радиаторы, нету бампера, усилители. Все это битое. Решетка радиатора. Кстати, решетка радиатора вот с виду выглядит нормально. Подкапотное пространство здесь. Так вот выглядит мотор. Проблемы по подвеске. Битая пассажирская дверь. Битый порог. Задняя дверь также битая. Резина плюс диски. Только задние два колеса хорошие. Притерта стена фонаря с пассажирской стороны. С водительской стороны фонарь целый. Крышка багажника целая. Бампер задний целый. Также с минимальными повреждениями в виде таких вот притертостей. Так, задняя дверка целая, передняя дверь. Передняя дверь, небольшой залом здесь есть, так она целая. Порог. Порог у нас в таком состоянии. Порог побитый. Да, порог битый. По салону все подушки безопасности здесь на месте. Таким вот образом выглядит панель мультимедиа. Ну и пробег на машине 158 тысяч. На этом получается все. Всем пока.